Я свяжусь с капитаном Хорни Гольдом. Организую проход в бухту на ветре вольном. Затем постараюсь убедить его вне банды. Передать еще корабль, большую часть команды. Если повезет, то через 3 дня без стона будем у места крушения золотого галеона. Как планируешь ответить на вопрос? Почему это просьба от меня, капитана Флинта, а не от Гейтса? Да чтобы на душе было чисто. Сомневаешься, то лучше говори правду по поводу корабля. Я обратил внимание, что койки для авангарда не идеальны. Размести их здесь, пусть у парней будет больше воздуха, от этого к успеху прибудет. Ты хочешь, чтобы авангард расположился в каюте капитана? Чтоб тут и вжился. Я не тиран, Сильвер. Не в скромности своей был капитаном команд из разных людей. Корабль принадлежит всем нам. Пользуемся одинаково. Все пополам, но нельзя, чтобы информация о крушении галеона попала на остров с нашего корабля.